Ребят, всем привет! Сегодня опять приехал на водохранилище, опять бигбейты, опять погоня за крупной щукой. Ну и уже одну я поймал. Такую вот небольшую красоточку поймал. Ну а там как это было, увидите в этом видео. Надеюсь, что эта щучка не последняя. И сегодня мы еще половим. Я отвлекся, и была поклевка на угря. Вот, и я не понял, что это была поклевка в том плане, то что я думал, что у меня удочка сзади чем-то задела, а это была поклевка. Ну и рыбку я не взял. Вот. Ну ладно. В общем, ребят, сегодня рыбалка будет с новыми приманочками. Приехали мне вот такие вот приманки от X-Baits. Ну, правда, это не совсем те приманки, которые идут в серию. Это предсерийные были образцы. Вот. Они идут с некоторыми дефектами, поэтому их прислали россыпью. Ну и серийники. Вот такие вот интересные приманки Маскин. И вот такие вот приманки Честер. Также мне приехали китайские пикшады. Такая вот интересная резина. Такие вот угри 20-сантиметровые. Ну, короче говоря, будем оснащать. Будем все на это дело пробовать и пытаться кого-то поймать. Такие вот стингерочки также прислали от X-Baits. Такие вот приманки большие. Маскин называется. Упаковочки фирменные. Самое главное, made in Russia. Вот это прям четко. Такие приманки. Глаз внутри в пластике залит, прикольно смотрится. Сейчас примерим. Вроде как маловато, кольчушка, да? Вот так-то. На этого поставить. На этого-то, наверное, в самый раз будет. Да, на этого будет в самый раз. Ну давай. Лови крупную. Еще крупнее. Самую-самую-самую крупную. Так. Конкуренты там гоняют что-то. Так. Вот так. Такая приманочка получилась. Огонь. Сейчас будем пробовать.
Пойдет. Ну, играет хорошо. Играет четко. Есть. Не крупная, но есть. Так. Сейчас главное без палева ее вытащить, а то... Эх, ты убежала. Убежала. Ой-ой-ой-ой. Блин. Ну, небольшой порез оставила. Так, приманка практически не тронута. Фух. Есть. Есть. Нормально. Не крупная, но очень бойкая. Ты готова бежать? А? Детка, давай. Газуй. А он кушает сюда. Вот так. Ну это просто пиздец вообще. Как так можно? Неужели настолько сильно мозгов нету, блядь? Подплывать под заброс. Троллингисты хуй. Меня всегда интересовал один вопрос, единственный, ребят. Зачем, когда люди приезжают на природу, включает музыку так сильно, чтобы ее было слышно, сука, всем. Неужели в мозгах
совсем нет понимания того, что некоторые люди на природу приезжают для того, чтобы послушать тишину. Не знаю, у меня в такие моменты такое прям стойкое желание подойти и раздолбать камнем ту шарманку, которая орет на весь пруд. Буквально полчаса назад дул восточный ветер, потом был штиль, и сейчас вдруг начал дуть западный ветер. Что творится с погодой, вообще не пойму. Рыба должна быть в этом месте, но она почему-то не проявляет ту активность, которую я бы хотел, чтобы она проявляла. Короче говоря, будем упираться до последнего, до тех пор, пока уже не придет время ехать ставить лагерь. Я надеюсь, что все-таки мы еще что-то поймаем сегодня. Плюнуло. Или забагрил я кого-то. Не пойму. Забагрил. А я думаю, что за рыба у меня там ходит в боковом сканере. Это, оказывается, вот такая рыба тут ходит. Это интересно. Ну, такие подлещички бы зимой попадались очень часто. Было бы хорошо. Давай. Красавчик. Клевочка была. В общем, ребят, время уже 10 час. Пора потихонечку выдвигаться в сторону машины, забирать палатку, где-то разбивать лагерь, по-быстрому что-нибудь перекусывать и ложиться спать. Ну а завтра с утреца на утренний клев, на утренний выход мы обязательно куда-нибудь рванем. Лодочку я уже припарковал, поставил палатку. Красота, лепота, ветер совсем стих, но небо пасмурное. Ну ничего, ударю по дошику. Тут у меня уже заряжается телефон, аккумулятор. Титанат я сегодня высадил до 70%. Классный аккумулятор, хватает его, чтобы и камеры заряжать, и чтобы питать мой большой эхолот Lawrence HDS9 Live. Поэтому, ребят, если кому-то нужен такой аккумулятор, ссылочка на него будет внизу в описании. Также внизу в описании найдете промокод, который дает 5% скидку на приобретение данного аккумулятора. Спать мне осталось совсем немного.
как уже говорил, сейчас бахну дошек и улягусь и буду дрыхнуть. Вот. Потому что буквально через несколько часов будет рассвет. И я надеюсь, что щуки будут нас ждать. Ну, по крайней мере, я-то этих щук буду ждать, это абсолютно точно. Единственная достаточно грустная вещь во всей этой рыбалке с ночевой, это то, что я уезжаю из дома. Вот, потому что дома остается у меня супруга, остается у меня дома маленькая дочка, моя маленькая радость. И каждый раз, когда я вот так вот уезжаю куда-то на день, там на два или на три, то очень сильно скучаю по ним. У каждого из нас есть какие-то определенные свои маленькие слабости. У меня вот жена и дочь, не могу без них вообще никак. Единственное, что позволяет мне ездить на рыбалку, это, наверное, то, что я снимаю здесь видосы. Вот. И, естественно, как ютубер, да, как блогер, я имею с этих видосов какой-то определенный доход. Пусть летом этот доход вообще абсолютно минимальный, потому что никто ни черта не смотрит, просмотры очень маленькие. Вот, но для меня это своего рода какое-то определенное оправдание моему отсутствию дома. То есть, если бы я не снимал видосы, то я бы, наверное, вообще не стал бы ездить на рыбалку, потому что, ну, не знаю, наверное, потому что меня бы замучила совесть. Я бы, наверное, просто максимум времени проводил бы со своей семьей. Ну, а так, есть вот у меня возможность ездить на рыбалку, и вроде как бы для самого себя я нашел какое-то определенное оправдание своему отсутствию дома. В общем, что-то я разоткровенничался сегодня, ребят. Ну, по крайней мере, вы, те из вас, кто постоянно смотрит мои видосы, ну, наверное, что-то интересное или новое для себя узнали, подчеркнули из моей жизни, если она вам, конечно, интересна. Вот. Ну, а мне пора вкидывать дошек, я уже прям очень сильно хочу, я уже прям проголодался. Вот. Надо будет заменить еще сейчас парочку стингеров на резинках, подготовиться к завтрашнему утру, ну и, собственно говоря, валиться и спать. Сейчас, наверное, включу еще себе какой-нибудь рыбацкий видосик и под доширак все это дело заточу, это все будет прям огонь. Ладно, давайте, ребят, наверное, увидимся с вами уже с утра. Сейчас позвольте мне немножко отдохнуть, а то сегодня у меня уже и руки болят от этих больших приманок, да и так я уже что-то подустал. Так что давайте до утра. Третий час ночи. Я уже проснулся, уже позавтракал, уже начал снаряжать лодочку. Осталось мне тут уже совсем немного. Сейчас соберу палатку и поеду бомбить щуку своими большими приманками. Очень странно. Пока что на резину поклевок нет совсем. Место хорошее. Убежала. Блин, хорошая была. Ну, был москин и нету москина. Порвал в корягах. Ну, остался у меня еще один москин. Только чуть-чуть побольше. Попробуем. Что вроде как кто-то плескался, так. Была сейчас поклевочка на маскин. Вмочила в хвост. А, ну вот еще сюда. Но не просеклась.
Не крупная. Крупный, тетенька. В общем, один маскин живет теперь на дне морском. Один стал похож на избитого терминатора. Надо будет его запаивать, чтобы подгрызали он и плавники, и все, что хочешь. Были сходы. То есть на эту приманку она достаточно толстая. На нее надо ставить здоровые тройники. То есть даже такие тройники, сравнительно большие, все равно надо ставить еще больше, чтобы прям щука, когда хватала, чтобы она попадала на эти крючки. Иначе будет много сходов. А так в целом резина ничуть не хуже, чем всякая там Strike Pro и Schwarzenegger и так далее. В общем, имеет место быть в коробке рыбака, который охотится за щуками. Напомню, что это приманки российского производства. Делает их фирма X-Baits. Chester. Такая приманочка оригинальная. У меня еще пока не разловлен. Но я на него еще, собственно говоря, даже не ловил. Но я думаю, что в следующий раз мы на них попробуем половить, упереться. И, скорее всего, они у нас хорошо отработают. Я прям в этом уверен. А почему я в этом уверен, я вам расскажу потом. Когда они на самом деле отработают хорошо. В общем, прокинул я еще на одном местечке сейчас. Результата это никакого не принесло. Так что, ребят, поехал я домой. Щучек своих я поймал. Все равно какой-то адреналин я словил. Поклевками немножко насладился. Но приедем как-нибудь в следующий раз. Может быть, еще что-нибудь хорошее поймаем. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Ну, а я поехал домой. Всем пока.